open. Daffy, pass the ball. Foul. What? You fouled me. No, I didn't. Are you saying I'm lying? I didn't foul you. Daffy, just... This guy just called me a liar. I am not a liar. Do you know who I am? I'm future Hall of Famer, Vlade Divac. No, he's not. I'm Venus Williams. No, you're not. Well, then I'm Serena Williams. And Serena Williams got game! All right. The Looney Tunes Show. New series premiere coming in May. Only on Cartoon Network. Dickie, Aggie, hugs, hugs, kiss, kiss. Bugsy, Dickie, Dickie, Bugsy, Aggie, Dickie, Bugsy, Daffy, Dickie, Aggie, Dickie, Bugsy, Aggie, Dickie, Bugsy, Daffy. What is Bugs Bunny's catchphrase? It's sort of my go-to phrase. I don't do Mondays. The Looney Tunes Show. All new series premiere Tuesday, May 3rd at 8, 7 Central on Cartoon Network. Excuse me, Doc. Do you know how to get the Pismo? Oh, dear. Another Earth creature. Now I suppose I shall have to use force. Of course you realize this means war. At all. Luckily, I had my... See, Bob, here's a delivery. Stop that thing, Bob. We haven't even finished the tutorial yet. Oh, dear. Thank you.
with shame of it all. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Looney Tunes. Так, перейти, а зачем? Бесплатные части, давай, конечно же, перейдем. Бесплатно. Так, и что нам достанется? Ежедневная награда 10 жетонов. Слушайте, если мы еще 20 получим, мы сможем его открыть, и это хорошо. У нас появится новый дополнительный герой. Что не может быть прекрасно. Так, ладушки, давайте посмотрим, что у нас здесь происходит. Так, союз, у меня что-то тут моргает. Ящики союза. Забрать. Давайте заберем, конечно же, и посмотрим, что в нем. И выпадает ничего. Ничего себе. 5000 золота, 25 наковален, 100 динамита, 30 какого-то улучшенного эпического динамита, 3 листика и 23 гема. Ребят, вот это вот прикол. Слушайте, а давайте-ка мы кое-что с вами сейчас посмотрим. Так, вот мой союз, да? И где же? Подробно о союзе. Ох, ничего себе, сколько у меня тут уже народу. Ёлки ты палки. Это что, вы хотите сказать, что уже у кого-то 27 уровень? Да, ребята, так и есть. Ну что же, как говорится, всем привет и добро пожаловать. Тут даже кореец затесался, а как это он так умудрился? Так, у нас с вами 62 тысячи кубков, это общее, я так понимаю. Хорошо, сегодня мы, точнее я, наверное, это количество кубков немножечко приумножу. Но для начала мы давайте посмотрим у нас вот здесь, мультяшки. Что мы можем сделать? Мы можем улучшить... теперь вопрос, кого нам стоит улучшать? По идее, Даффи. Даффи у нас крепкий малый, поэтому я думаю, что нужно сделать ему усиление. Пришел, увидел, убежал. Это пассивный навык. При оглушении противника эта мультяшка заполняет шкалу хода на 15%. И я согласен. Меня это вполне устраивает. Отлично. Эта мультяшка имеет повышенную на 12% атаку. Меня это тоже устраивает. Это 7-е, ребята, усиление идет. Позерство 3. Наносит урон в размере 68 выбранному врагу. Погоди, а чем мы все на Даффи-то зациклились? Давайте посмотрим, у нас, наверное, еще есть кто-нибудь достойный. Например, Фогрн. Почему бы и нет? Повышение уровня я ему сделаю.
Нет, я ему не сделаю повышение уровня, но зато тогда я смогу его усилить. Скаут-защитник. Эта мультяшка получает провокацию и 1-2 повышения защиты на 2 хода. Устраивает вполне даже. Давай следующее. Так, свирепый петух. Пока у этой мультяшки менее 20% здоровья, она имеет повышенную на 15% защиту. Тоже устраивает, поэтому я и раскачиваю, ребят. Так, а здесь что у нас? Эта мультяшка имеет повышенное на 8% здоровья. Конечно же нужно брать, потому что он у нас танк. Шандарах 3 наносит урон в размере 52 единицы выбранному врагу. Имеет шанс 25% вызвать снижение защиты на 2 хода. Тоже неплохо, поэтому я буду, ребят, это изучать. Ага, и тут у нас скаут-защитник 3-й категории. Получается, эта мультяшка получает провокацию и 2 повышения защиты на 2 хода. Ну что же, пока у меня есть чем повышать, я, конечно же, буду усиливать. И, по-моему, все, ребят, больше у меня не хватит. Да, наковальни кончились, динамита еще хватает. И листики еще есть. Ну что ж, неплохо. Даффи мы подкачали. Фогарна подкачали тоже. И, по-моему, нам пора вот сюда поставить какой-то ящик. Он у нас есть? Он у нас есть. Так, я могу его открыть сразу же. Смотрите, тут эпические материалы локации, прекрасный динамит. И также гарантированные награды. Это динамит плюс наковальня, плюс золото. А это у нас возможно. То есть могут выпасть, могут нет. 25 гемов. А, была не была. Поехали, посмотрим, ребят. 17 динамита, 2 наковальни и эпический динамит. Я доволен. Так, ну что, мне надо повышать сегодня уровень. И поэтому идем с вами в мир. Забираем все, что они у нас тут насобирали. Давай, делитесь. О, наковальня выпала. Голда, еще наковальня. Так, и отправляем сразу же их на очередные задания. Потому что нечего им тут ходить и расслабляться. Блин, бани, ну как так слабенько-то? Мне нужна вторая категория. Да, вот Сильвестр Скаут, молодец. Сэм, не пойдет так. Так дело не пойдет. Давай-ка мы посмотрим младшенького. Во. Ох ты, погоди-ка, он даже третью категорию может уже искать. Ха-ха. Это очень шикарно. А ты что, Даффи, у тебя нет домика, елки ты палки. У тебя нет домика, хорошо, давай мы тебе сделаем. Вот здесь, вот, обособленный у тебя будет такой домик. Все, живи и наслаждайся. Куда побежал-то, подожди. Отправим тебя, наверное, на поиски, да? Ах ты, у меня нет, ребята, энергии, к сожалению. Быстро довольно-таки она заканчивается. А улучшение я могу сделать? Нет, потому что не хватает какого-то кирпича. Если это кирпич. Жаль это. Ну что же, теперь можно, наверное, отправиться и в бои. Сейчас, секунду, давайте здесь еще глянем, что у нас тут. Ежедневные награды юниорской лиги. Конечно, заберем. Так, 65 кубков, 10 монеток. Хорошо. И больше я... А, нет, смотри-ка. Забери свою награду за ориентир прямо сейчас. А что это такое вот это вот? Что это за бутылочки такие? Я не помню, ребят, если честно. А можно на них... Так, материал для архетипа используем... Так, используемые атакующими мультяшками для усиления от 11 до 30. То есть... От 11 уровня до 30 нам понадобятся вот эти вот подпитки. Так их называют. Ладно, давай посмотрим здесь. Так, у нас билетик есть, деньги. Забирай все, абсолютно. Лотерейку крутанем, обязательно. Давай дальше смотреть. Так, тоже забираем. Ох, неплохо мне тут призов-то надавали. Так, давай-ка вот сюда еще заглянем. Ёлки-палки, сколько пробирок на опыт. Шикарно. Забираем, конечно же, и последнее. Ну все. Теперь могу развиваться сколько захочу. Материалов просто хоть одним местом жуй. Но меня интересует сейчас не это, если честно. Да что такое, я же вроде бы все забрал. Спасибо, что поддерживаешь Луни Тюнс. Безумный мир. Прими этот подарок в знак благодарности. Ну, спасибо вам большое. 13 минут, ребята, до... конца было, а?
Еле успел, а мог бы и призевакать. Ну что же, вот теперь, наверное, нам точно пора отправляться на главную и подраться. Так, кто-то спрашивал: Рэй, а ты будешь набивать очки драк? Конечно же буду, ну как же без этого, ребят. Наша вся гильдия на этом завязана. Мы должны развиваться, и я хочу попробовать вот с этими ребятами подраться. Так, ну-ка посмотрим. Слушайте, у нас преимущество, и поэтому поехали в бой. Если атакуешь противника с шансом контратаки, он может ответить ударом. Ну, это и понятно, на то и называется это контратака. Так, начнем, пожалуй. Все хитрожопые здесь, я знаю их. Давай попробуем с полицейского. У нас... Так, сколько у нас идет здесь? Что это за музыка-то такая? Так, имеет шанс 25% нанести второй удар. Ну-ка, давай попробуем. Раз, два, отлично. Ага, второй удар промахнулся у нас. Усиливаем свою команду. Конечно же, как без этого. Смотри, на своего же, да? Племеша напал. А ты, буржуй, да хорош ты уже. Ты посмотри, что творит, а? Ты посмотри, что он творит. А я все равно буду полицейского Гектора бомбашить. Хиляться надо, пока думаю, что не стоит. На-ка. Так, что он там делает? Ну, я так и думал, что будет вызывать полицейскую машину. Хорошо, а мы его добьем, наверное, сейчас. Есть! Минус Гектор. Так, что дальше? Я вижу, Сильвестр у нас в инвиз ушел, то есть он становится невидимым. А вот этот вот, кстати, нам может очень сильно мешать. Поэтому надо нам подлечиться. Вот так, это для начала. Опять он на него, да что ж ты... Этот все сумкой. Так, а этот фотограф, я знаю, что он делает. Он, по-моему, ослепляет, когда фотографирует, да? Смотрим. Ах, он снижает нам... Секундочку. Снижает скорость на 10%. Вот что он делает. Ах ты, жук. На-ка. Добиваем. Нормуль. Так, Даффи, ты не радуйся. До тебя тоже доберемся. Хорош, хорош, хорош. Добивочный. И, ну все, Сильвестра наказываем, естественно. Так, поехали. Крепкий, да, оказывается. Ну все, мы его добиваем. Давайте вот так сделаем. Из-под тишка. На. Ну что же, победа за нами. На 3 звезды. Поэтому я прошу отдать мне... Да-да, именно вот этот вот сундучок. И я хочу его поставить. Поставить в банк. Ну-ка. Назначить. Конечно, назначить. Кстати, ребята, у нас, смотрите, у нас еще есть банк в городке. Так, можем мы сразу открыть, а можем назначить. Давайте, наверное, откроем сразу. Пока гемы есть, можно посмотреть. Так, деньги. Ну что же, неплохо, я считаю. Тут наковальня, динамит. И мы повышаемся с вами по уровню. Юниорская лига 1. Так, у нас 3 жетончика Бакс Банни Короля. Так, что такое здесь? Смотрим. Я на 51 месте, как я понимаю, да? Слабоват я еще пока. Магазин лиги. Что у нас здесь предлагают? Так, это я могу купить. Динамит, наковальня. Но зачем мне это нужно? Пока, я думаю, без этого обойдемся. Ага. Подпитка для защитника. Пока тоже, я думаю, мне не надо это все. Ну, в принципе, так. И голду. Реатомизатор. Ага. А вот это вот надо использовать. Поехали. 2 попытки у нас есть использовать реатомизатор. Сильвестр фотограф и офицер Йосемити. Но на самом деле это у нас Сэм. Почему его называют тут Йосемити, я не понимаю. Забираем и еще разочек с вами активируем. Кстати, у нас новый персонаж появится сейчас. Даже 2 персонажа уже. Ёлки ты палки. Забираем, конечно же. Ну что, а теперь, я думаю, нам пора открыть новых героев, которые у нас доступны. Офицер Сэм. Активировать, конечно же. Еще спрашивают, хочешь ли ты его открыть? Нет, не хочу, ё-моё. Вот, отлично, шикарно. Так, он у нас из городка. Обычный
человек поддержки, полицейский. Повышение уровня я пока не буду. Я... Хотя, подожди-ка. Построиться, это что такое за особая атака у него? Дает повышение защиты и повышение атаки всем членам команды. Слушай, ну неплохо. Но все равно пока не будем ничего делать. Где следующий у нас персонаж, который должен... Ага, вот он. Да-да, это у нас полицейский пес Гектор. Активируем. Та-да-да-дам, та-дам. Да, родной. Так, сторожевой пес во все тяжкие. Тоже, конечно, все хорошо, ребят, но мы не будем сейчас с вами распыляться на всех. Нам нужно выбирать конкретных персонажей и уже их прокачивать по максимуму. А нам нужен кто? Нам нужен защитник, нам нужен хиллер и атакующий. Желательно критовик, который наносит очень много урона. Так, ну что же, поехали теперь в компашку. Ну, а почему бы и нет? Мы с вами перешли на вторую главу. Это у нас городок. А мы лес-то закончили с вами? Сейчас я посмотрю. Погоди-ка, ты что мне показываешь? Глава леса. Глава городок. Секунду. Так, чтобы открыть, заработай звезды. Один. Так, это все понятно. Посмотрим, ребят, посмотрим. Ага. То есть у нас идет сброс, и мы должны потом еще раз проходить это все заново, так? Или я что-то неправильно понимаю? Ну хорошо, давай посмотрим здесь. Хитро. Ну что, будем городок с вами бомбить? Я думаю, что, наверное, стоит. Или начнем с леса. У нас это акт второй, вот акт первый. Акт первый мы прошли, да? Да, все, значит, нормуль. Поехали, наверное, со второго акта. Тут как раз пеньки. То, что нам нужно. Опачки, а персонажи-то уже здесь не такие кисленькие, как в начале были. Придется, наверное, немножко с ними повоевать. И уже довольно-таки серьезно. Так, ведьма. Слушайте, когда я с вами, ну да, в принципе, с вами начинал играть в нее еще до релиза, ведьмы не было. Точнее, мне она была недоступна, поэтому я не знаю, что она умеет делать. Сейчас посмотрим. Ну-ка. Так, все. Ну, Сэм тут какой-то легкий был, если честно. Ага, кошара нападает на моего Фогарна. Мы сделаем с вами провокацию. И хиляться пока, наверное, не стоит. Давай-ка ведьму накумарим. Ого! Что она делает? Опачки, это что такое сейчас? Ну-ка, секунду. О, отравление. Это было, ребята, отравление. Кстати, нужно срочно от этого как-то избавляться. Надо хиляться, наверное, да? Давайте хильнемся, чтобы... Ай-яй-яй. Ну-ка, ведьму надо удалять. Удалять отсюда с поля боя. Она нам здесь не нужна. Молодец, младшенький. Справился. Так, теперь бабулю. Бабуль, ты уж извини, но тебе здесь не рады. Давай-ка, Фогарн. Вот, молодец. Так, что она делает? Она... Да хорош, вы еще мне Фогарна давайте здесь ушатайте, а? Давай усилимся. Так, усилились. Теперь подхилимся. И Да что ж ты... И продолжим бомбить. Так, бабуль, все, хорош. Ты уже утомила нас. Ага. Ну и Сильвестр. Что сразу взгрустнул-то, а? Не нравится тебе? Ну, естественно, не нравится. Нормулька, ребят. Мы здесь с вами победили. На 3 звезды. Нам достается пенек. Причем синий, это редкий получается. Двигаемся вот сюда. Угу. Здесь, кстати, еще у нас и ампулы будут. Поехали. Я должен сегодня получить 8-й уровень, как минимум. Бой. Блин, а ведьма-то какая крепкая, а? Она мало того, что крепкая, так она еще и отравляет, а? Засранка. Ну что, начнем, наверное... Блин, я боюсь, что Фогарн возьмет провокацию. Давай-ка... Давай Марвина ушатаем для начала. Так. Усиление атаки. Для всех. Для всех, конечно же. И добиваем, нет? Добили.
Так, Сэм поставил на себя контратаку. Ай, что? Ничего себе. Да ладно, бабка, ты успокойся, ё-моё. Ты смотри, что сделала бабуля, а? Повесила на нас якобы проклятие. Ой, очень мало здоровья, надо срочно хиляться. Вот, уже получше. Вот, о чем я вам и говорил. Фогран повесил на себя провокацию, теперь нам придется его разбирать. Ах, ты засранец эдакий. Ну-ка, младшенький, ушатай его. Ай, слабовато. Да ничего себе, Сэм бомбит. А че так? Че так жестко-то? Пол здоровья с выстрела. Нет, не устраивает. Да что ты... А, я уж думал, опять сейчас будет свое проклятие вешать. Нет, пока ничего не получилось. Ну что, бабуль, все, пора тебе, наверное, на покой. Иди отсюда, не нервируй, нос у тебя слишком большой. И нам не нравятся такие носатые. Ну что ты опять-то со своей... Так, тихо, лечимся. На всякий случай, мало ли что. И, да, мы добили. Победа на 3 звезды. Отлично. Красота-то какая. Ты можешь ускорить анимацию. Но это я понял, и это я знаю, что я могу... Да, в принципе, можно это, ребята, проходить на ускорении. Помните, когда я раньше... Так, секундочку. Помните, когда я раньше любил делать на автобой при ускорении и посмотреть, что сделает у нас автобот? Здесь пока, я думаю, этим заниматься не стоит. Слушай, ну крепкий, крепкий. Бакс Банни нужно здесь, знаете, почему уничтожить? У него есть массовый удар. Вы прекрасно знаете, когда он делает свой подарочек. Смотри, какой крепкий. Хорош. Вот этого я не знаю, ребят, что это за чудик такой. Лохматый какой-то, я не знаю, демон, что ли. Так, Бакс Банни, хорош. Уйди отсюда, не мешай нам жить. Ай, ты посмотри, какой он крепкий. Вот и все, ребят. Вот и Сильвестра не стало. Вы... Воу-воу-воу-воу-воу. Ничего себе, это что он сейчас сделал такое? Он кого-то напугал. Да блин, мне не это нужно было. Он... Что ты делаешь, Бакс Банни, ё-моё. Неужели мы здесь проиграем с вами, а? Да ну, не может такого быть. Слушай, он сделал на себя провокацию. Я хотел Бакс Банни добить, но ничего у нас, по-моему, не получится. Так, а я сделаю вот так вот. Еще. И теперь уже будем бомбить этого чудика. Ну, он крепкий. Так, бабуля ватная, сейчас боюсь. Слушай, да что нас так быстро-то разбирает? Что за дела-то? Я не могу понять. Эй! Успокойся, Бакс Банни, ё-моё, блин. Сейчас, по-моему, здесь проиграем это, я вам точно говорю. Ну, никак не ожидал, что вот так вот все повернется. Мы еще ни одного не подбили у них, вообще ни одного. Нет смысла Фогрену делать провокацию, иначе он проиграет. Слушай, что за демон-то такой крепкий, а? Упадешь ты или нет в конце-то концов? Младшенький. Нет, не надо Фогрена, пожалуйста. Вот, Бакс Банни, добиваем его. Чтобы ему не было здесь места даже. Так, бабуля выдержала, молодец. Давайте подлечимся. Да, тут очень сложно, ребят, я вам скажу. Очень сложно. Ну-ка, Сэму достанется от нас. Вот. Вы видели, да? Сэм не очень любит атаки ближнего боя. Сразу паникует и проиграл. Сильвестра, наверное, мы сейчас с вами ушатаем. Ну, конечно, жалко, что они смогли мне вырубить моего Сильвестра. Я хотел идеальненько здесь пройти, но не вышло, к сожалению. Ладно, победа, 2 звезды, фиг с ним. Главное, что заработали пеньки и пробирки. Кстати, а давайте-ка мы усилим какого-нибудь нашего персонажа. У нас пробирки на опыт, ой, как много. Так, а что это у нас здесь такое? Смелее в бой. Так, заверши не менее 3 боев вторжения. Спасибо, забираем. Также у нас запусти реатомизатор. Я сделал это дело. Повышение уровня. Ну, это я сейчас сделаю, я и собираюсь как раз. И завершить не менее 2 драк. Ага, я только 1 раз подрался. Нужно будет обязательно еще разок. Значит так, смотрите. У меня Фогрн как основной танк идет. В плане того, что он защищает, да, нашу команду. Поэтому обязательно нужно его прокачать по максималочке. Вот так вот, я подтверждаю. Молодец.
Так, Фогран, а что нужно нам сделать для того, чтобы тебя повысить дальше? Что нам нужно сделать, чтобы, например, тебе повысить 11 левел? Я пока не знаю. Так, наносит урон 45 единиц и оглушает врага. Вы представляете, вот это круто. Ах, а здесь не хватает наковальни, потому что у нас было бы... Так, если у него, короче, 25 здоровья, то он имеет повышенную защиту на 20%. Это, кстати, хорошо. А как же действительно повысить тебя по уровню-то, а? Забери свои награды. Это что еще такое? Турнир союзов, драка. Забрать награды за события. Слушайте, а на каком мы месте? Мы с вами, ребята, наш клан на 95-м месте. Ну, это моя вина, ребят, потому что я не был в эти дни в игре. Если бы я был бы, мы, наверное, бы все-таки побольше бы наград получили. Хорошо. И что же мы получаем? Вау, вау. Так, динамит. Ну, это я понял, что это динамит. Мне не надо объяснять. А топ-ранг. Можно посмотреть, кто у нас тут? Итальянские чувачки. Блин, потом бразильские. Немцы. Русские. У нас все-таки русские есть на 5-м месте. Это хорошо, ребята. И на 7-м есть. Это молодцы, русиши. Молодцы, родные мои. Не подводим. Так, ладно. А мы с вами продолжаем, ребята, играть. У нас есть... материалы, да? Опа, опачки! Ну неужели, наконец-то, ребята, звездные ящики получаю. И 8-й уровень, я нас всех поздравляю. Эй, дружок, теперь открыты звездные ящики. Каждая звезда, которую ты получаешь в бою, заполняет шкалу звездного ящика. Да? Гарантированные награды, посмотрите. Самоцветы, наковальня, динамит. Ежедневный билетик из золота. Зарабатывай. А зарабатывать, я так понимаю, нужно в драке. Угу. Так, повышение уровня. Давай, забираем. И нам нужно еще, ребят, завершить одну драку. Одну драку. Сейчас мы это сделаем, но вначале я хочу посмотреть билетики. Сколько у нас штучек? 3. Вращаем, конечно же. Ай-яй-яй. Так. Ну что же, младшенький нам выпал. Что здесь? Эй, ну почему на ведьму не упала? Угу, нам достается Сэм. И... опять же Сэм. Ну что же, я в принципе не против. Премиум-то нет у нас? Нет, к сожалению. Омеги? Тоже нет. Эх, жаль. Хорошо. Что мы еще тогда можем с вами сделать? Так, ну это в магазин. Поехали в драку. Поехали в драку, нам нужно еще провести один бой. Так, это класс 1, класс 2, а есть класс 3? Нету. А давай-ка вот этих попробуем, а? Я пошел в драку, в бой. Слушайте, ну... соперничек у нас тут... серьезный. Причем, смотрите, он взял себе в команду двух Сэмов. Одного Сэма полицейского, а другой Сэм у него ковбой. Зачем? Меня вот это вот очень интересует. Поэтому я, наверное, все-таки... он же усиливает, да, всю команду? По-моему, полицейский. Нет, никаких усилений. Нет, я должен его добить, ребят. Ай, больно. Ну, Фогард, не подведи меня, родной. Вот так вот, ха-ха. Слушай, что такое, что происходит? Ковбой разбушевался. Ладно, ковбойчик. А если мы вот так, из-под тишка, со спины, а? Ну что, не нравится тебе? А нам-то как нравится. Усиляем свою команду. В плане атаки. Опс, опс. Вот это подарочек. Вот это был подарочек для нас нежданный. Ого, что это такое? Ну-ка, давай-ка. Здорово, братишка. Иди отсюда. Слушайте, а мы ушатали Сэма довольно быстро и прикольно. Ой, Даффи-то какой ватненький. Ой, родной ты мой. Уж пардонче, но придется тебе вот так сделать. А ты думаешь, ты невидимый и тебе все можно? Конечно. Теперь-то ты стал видимый. Так. Блин, скорость, да, нам понизил на 10% всем. Но это уже не важно, потому что он один остался.
и мы здесь побеждаем. Нам нужно было с вами победить в драке? Нужно было бы. Ах, вот они, эти звезды-то, кстати. Вот они, копятся-то у нас. Ясно. Ну что же, чем больше звезд, тем вкуснее подарочек у нас будет. Так, что такое? Так, мы можем открыть, мы можем его вы... Что? Что ты там заговорил? Я тебя не спрашивал ни о чем. Супер койот, гениус. Нормуль, неплохо, я вам скажу. Так, у нас 3 звезды из 20. Да успокойся ты, елки-палки. Так, здесь забираем. И самый главный приз. Да-да-да. Ух ты, отличная работа. Я знаю, Пиги, я знаю. Так, запустить реатомизатор. Воу, честолюбивый ученый. Забираем, конечно же. Слушай, они просто балуют меня подарками. Ты посмотри. Путешествие начинается, а здесь? Жесть. Так, пройди городок Акт 1 до второго этапа. Городок до второго этапа. Обязательно сделаю, но вначале крутану. Крутану, конечно же. Погоди, погоди, у меня же должен быть. Вот он. Поехали. И, да что ж ты, вот на этого-то. Я хочу себе вот этого монстрика, ребят. Вот этот вот. Мне кажется, он какой-то крутой. И кто это вообще такой, ребят? Если вы знаете, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я просто не смотрел. Точнее, смотрел, но это было очень давно. Луни Тюнс, эти мультики их. Но я такого не помню, чудик. Какой-то, знаете, бахрома или как-то. Сердечко такое, махровое, елки-палки. Почему-то оно напоминает мне именно сердечко. Так, бесплатные самоцветы, я понял, это за рекламу. Кстати, нам нужно получить 10 уровень, чтобы открылась вот эта вот возможность. Хм, очень интересно посмотреть. Так, значит, да ты замолчи, ты, елки-палки, ты уже нервируешь, если честно. Значит, они не дадут мне даже слова сказать. Поехали, ребята, проходить городок до второго этапа. Вот у нас городок. Ага, автопобеду хотел сделать. Нет, для начала нам придется здесь подраться. Да ладно, вы издеваетесь, что ли? Погоди-ка, погоди-ка, Сэм, Даффи, куда это... Ах, вот так вот. Все, я понял. Тут в определенных, ребята, ну, то есть, если я беру лес, то в лесу свои герои. Если я беру городок, то в городке только свои герои. Все, я теперь понял, зачем это все сделано. А ну-ка. Нет? Я думал, сейчас его добьем. Все, с акваяжем и дубинкой он получил 3 звезды. А вот эти звезды засчитываются или нет? Или только которые в драке? Сейчас посмотрим. У нас было 3 звезды с вами, так? Так, сейчас посмотрим. Нет, ребята, сюда, в звездный ящик, засчитываются только звезды, которые мы получаем в драке. То есть за компанию они сюда не идут. Ну что ж, давайте продолжать городок. И у нас второй этап. Поехали. Так. Ну, нам никого другого не дадут, поэтому придется именно этими персонажами драться. Тогда я вам скажу следующее, что нам придется прокачивать всех практически персонажей. А не зацикливаться на каком-то одном. Вот так вот. Хитро повернули они все-таки, а? Ну что, Даффи, ты готов? Ну-ка, что это такое у нас? Полицейская машина, понял. Ага, оглушили. А если мы еще тебе Оскара подарим, ты будешь рад? Конечно, рад, сразу же подбили его. Шикарно. Сладкие призы, да? Ну что же, по идее я должен забрать свой приз. Да, вот он. И что там достанется нам? Опыт, гем и жетон утки Робин Гуда, можно так назвать. Да ладно, 9 уровень, ребята! Е! Слушай, как-то быстро мы с вами 9-й-то получили. Так, мировой запуск. Шоу начинается. Ограниченное событие. Получай части мультяшек из шоу-бизнеса. Так, испытай своих новых мультяшек и получи шанс получить бонусные части мультяшек из шоу-бизнеса и другие награды. Это где такое? Ах, акт 1. Нам открылся шоу-бизнес? Да ладно, что, серьезно что ли?
Ну-ка. Черт, я забыл, как это посмотреть-то у нас. Запусти реатомизатор не менее 2 раз. Естественно, запущу. Я это обязан просто запустить. Да, ребят, смотрите, шоу начинается. До конца 6 дней 23 часа. То есть неделя, грубо говоря. Шоу начинается. Хм. Слушайте, давайте сегодня заработаем с вами 10 уровень и посмотрим, что вот здесь такое. Мне очень интересно глянуть. Ну, вначале я пойду, как обычно, ребят, прокачаю каких-нибудь мультяшечек. И это нам нужно... Где городок? Где городок? Вот он, городок. Нам нужно кого-то из городка. Я думаю, что нам Гектора надо и Сэма. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Ну-ка. Отлично, максимально. Подтверждаем. Хорошо, ладно. Командная работа. Эта мультяшка получает от 2 до 3 повышение шанса контратаки на 2 хода и дает от 1 до 2 повышение шанса контратаки случайному союзнику на 2 хода. Ого! То есть он и себе контратаку вешает и еще дает напарничку. Круто. Ничего не могу сказать против. Следующее. Агрессивный защитник. Так, имеет повышение на 5% защиту и атаку. Конечно же, повышаем. Ребята, о чем тут можно думать и говорить даже? Так, во все тяжкие. Так, 52 единицы урона выбранному врагу наносит. И 25% может снизить атаку у врага. Конечно, усиляем. Ничего себе, мы его раздухарили. Так, сторожевой пес. Пес. Ну, естественно. А, погоди-ка. Чего-то нам не хватает. Оу, тут нужен уже гидрант. Или колонка, как ее назвать-то, даже не знаю. Ага, значит, тут нужны уже новые, ребят, прибамбасы. Слушайте, а если мы выйдем в мир и посмотрим? Так, полицейский, давай-ка мы домик тебе поставим. А почему бы нет? Я думаю, здесь будет ему очень даже хорошо. Так, секунду. Улучшение. Естественно, будем улучшать. Ага, не хватает нам кирпича. Даффи, а у тебя-то есть домик или нет? Давай-ка ты... Блин, у нас не хватает очков. Я не могу понять, у Даффи есть дом или нет? Вот этот вот посередине, это же... А, это его дом и есть. А вот тут-то что у нас такое? Городок доступен. Украдите ящик. Ага. То есть у нас уже имеется 2 места. Это в городке у нас ящик и в лесу. Причем они пустуют, эти места. Надо будет их заполнить обязательно. Так, главное. Так, я вот думаю. Так, реатомизатор нужно нам использовать. Слушайте, ребят, я забыл, как его использовать. Так, секунду. Где-то... А, вот. Вот здесь вот, да? Да-да-да-да-да. Поехали. 2 раза нам нужно его использовать. Ага, бабуля вожатая скаут. Фогран скаут и... Пепе, у нас такого персонажа нет еще. Ну, поехали дальше. Ох, сколько мы сейчас тут с вами пооткрываем-то. Так, Гектор полицейский. Опять скаут. И... Бакс парикмахер. Отлично, поехали дальше. Еще 2 раза, ребят, у нас получится открыть. Так, охотник Сэм. Опять Гектор полицейский. И... Сильвестр фотограф. Ну что ж, последний разочек, запускаем. И нам достается опять бабуля вожатая скаутов, полицейский Гектор и Сильвестр скаут. Ладно. Нормуль. Не могу ничего сказать против, все очень даже хорошо. Получаем опыт. И опять Даффи. А почему мы Даффи? Сколько на него нужно, интересно, фишек, чтобы его открыть? Звездный ящик. Я вот сижу и думаю, а что нам лучше сделать? Пойти в драку? Наверное, все-таки в драке мы получаем с вами очки. Хотя давайте кое-что глянем. Для того, чтобы нам повышаться по рангу, что нам нужно? Собирайте звезды драки вместе со своим союзом, чтобы выиграть потрясающие награды. Все, я понял. Вопрос исчерпан. Нам нужно как можно чаще и больше принимать участие именно в драках. Для того, чтобы... получать звездочки, ну и, соответственно, потом сладкие награды. Фух, была не была. Поехали.
Ой-ой-ой, зачем, зачем там Сэма? Сэма-то полицейского зачем взяли мы в эту команду? Ёлки ты палки, да он же вообще у меня... Вот я поспешил-то, дурень! Да чтоб тебя, блин! Ну-ка давай Оскаром попробуем нагреть Сэма. Оглушили, это уже хорошо. Так, да фи... А ну-ка давай-ка вот так сделаем. Убили? Да, минус Сэм, это уже хорошо. Так, у нас, значит, у нас в этой команде, ребята, нету медика. Вот что я сейчас заметил. О-о-о, вот это крепкий парень. Кого он, интересно, атакует? Гектора. Ага, а мы вот так сделаем. И бомбим. На-ка, получи. Ого, камаежор-то неплохо жгет. Гектор, ты молодчина, просто красава. Опа, контратака. И добиваем Сэма. Ой, Сэма Гектор, конечно же. На-ка. Какой еще тут ТикТок вылез, блин. Давай бомбить. Вот так вот. Так, секунду, секунду. Оу, как он хорошо контрит, ребята. Ну, просто шикарно. Неплохо, да, с удара снес. А ну-ка давай продолжаем добивать Фогарна. А это что у нас такое за удар? Бум! По башке получил. Тихо! Да как же так? Ну, елки ты палки. Ну, я хотел идеально пройти, но... Но не получилось. К сожалению, не получилось, ребята, да? Получаем только лишь две звездочки. Ну, что ж поделаешь, я же не виноват, что Даффи так оплошал. И вообще он не должен был там принимать участие, если честно. Да, мы не получаем с вами сундука, потому что не получили три звезды. И я собираюсь переиграть. Давай-ка вот здесь попробуем. Атака. И убираем отсюда вот этих вот ребят. А берем... Ну, давай возьмем младшенького и... Койота. Я, кстати, не видел, что он может делать. Давайте посмотрим. Что он может... Я помню, что обычный койот, по-моему, может рисовать туннель на скале. Не понял, это что такое? А... Кто нам это сделал? Снижение... Подожди-ка. С какого перепуга у нас сразу же снижение защиты идет? Эй! На 10%. Нифига себе. Приплыли, да? Давай-ка усилимся хотя бы, наверное. И... Ага, а ну-ка, посмотрим, что это такое. О, слушай, неплохо. Блин, лишь бы выжить нам. Ты посмотри, что происходит. А, ну-ка, давай вот так сделаем. Минус Сэм. Отлично. Тихо, тихо, тихо. Контратаку еще сделал. О-оу. Что же делать-то нам? Ладно, будем атаковать Даффи. На-ка, получи. А это что такое? Повышение чего там? А, защиты. Слушай, ну это хорошо, что повышение защиты. Да ладно ты, блин. Ты смотри, что делать, а. Ну-ка, добьем. Добили. Так, ну что, Сэм, тебе пора, наверное, получить Оскара посмертно. Дынч. Хилимся, конечно же, хилимся, ребят. И добиваем, наверное, или нет. Нет, не добили. А так, если сделаем. Да что ж ты. А, ну в принципе снижение скорости, это не страшно. Добивающий удар от Гектора. И все. Да-да-да, победа за нами. Вот это я понимаю, три звезды, как с куста. Ну и естественно, украли сундук. Который мы сейчас с вами вскроем. Да, я буду его, ребят, сразу открывать. Нет, лучше назначим все-таки. Да, пускай он будет у нас здесь. Слушайте, а для того, чтобы получить... Что? Я же сказал, назначить. А, да, нам же нужно охрану выставить, конечно же. Что это я забыл-то? Давай вот так вот сделаем. Тебя повысили? Бронзовая лига! Вау, ну спасибо, спасибо, дорогие мои. Теперь мы в бронзовой лиге. Так. Плюшка Рейд. 51-я позиция уже. Или она и была 51-я. Неважно. И это еще не предел, ребят. Что такое бронзовая лига, да? Мы как минимум тянем с вами на золотую. Какая бронзовая еще? Оу.
в боевой готовности, забираем. Творец беспредела, забираем. У меня новое достижение какое-то получилось. Рокки. Так, ладно, смотрим, откройте не менее двух ящиков. Это у нас воришка. Дикие штучки, пройдите лес акт 2. Ага, и выиграй в драке один раз. То есть это у нас что, обновились задания, что ли? Так, а тут у нас что моргает? Луни, что? Ну, Луни. Ага, у нас доступен чудак. Ну, давай чудак. Только не путайте с буковкой М. Так, ну что, выиграйте в драке хотя бы разок. Проще парень репы, согласитесь. Так, и мы возьмем с вами, наверное, лес у нас уже активен. Возьмем городок, почему бы и нет. Ого, у кого-то уже вот этот чувак две звезды имеет. Ой, а мы, наверное, тут с вами не сможем в городке-то. Ты посмотри, сколько у них здесь мощей. Тревоман. Причем это русский чувачок, Тревоман. А, Тревоман чё? Вот даже как будет у него. Слушай, ну хорошо, давай глянем. Приблизительно, так, 3. Вот, 3200, да? Давай вот этого заценим хотя бы. Сколько у нас? Ой, А почему? А, ну так, у него тут 3 звезды, 2, ладно, хорошо. А если мы кое-кого поменяем? Ну, например, кстати, Бакс Банни надо было прокачивать-то нам, елки-палки. Слушай, у нас есть, с вами опыт. Так, вот возьму я, например, этого и... Слушай, я должен прокачать Бакс Банни. Мне не нравится, я хочу его прокачать. Ну-ка, где он? Мне нужен лес. Бакс Банни. Так, повышение уровня хватит? Должно, блин, хватить. Давай-ка. Вот так. И теперь сделаем усиление. Угу, поехали. Так, дикий заяц. Так, взрывной подарок, конечно же, будем усилять. И хватает. Эта мультяшка имеет повышенную на 12% атаку. Ха-ха. Вот теперь-то им не поздоровится, наверное. Все, больше у нас ничего, к сожалению, нет, ребятушки. И давайте продолжим. Значит, драка. Это у нас городок. Вот это вот выбираем. И теперь уже посмотрим. Я беру вот так и вот так. Ну что, родной, давай посоревнуемся. Захотел меня напугать своим Бакс Банни тремя звездами. Нет уж, роднуля. Так, знаете, кто здесь? Блин, здесь младшенького надо убирать в первую очередь, потому что это хиллер. И он усиляет команду, не стоит об этом забывать. Мы его оглушили. Ты смотри, что он творит, а? Ты смотри, что он творит. Так, сколько мы нанесем? 73 урона. Хорошо, поехали. На! Ай, не добили. Слушай, что за ересь? Так. Слушай, давай добьем младшенького полицейской машиной. И уже будем разбираться с остальными. Мне нужно вот этого ликвидировать. Слишком он крутой. Ну-ка. На, засранец. Ой-ой-ой. А если я подарочком вас угощу, родные мои? Блин, выжил. Он выжил. А Гектор, наверное, сейчас... Гектор проиграл. Все. Сэму не сдобровать. Жалко, конечно, что мы с вами ящик уже не сможем забрать. Хм. Ну-ка. Давай попробуем. Ага. Не понравилось. А добивочный? Да, удачно получилось. Слушайте, сейчас... Ой, сейчас Фогорн. Фогорн проиграл. Но здесь в любом случае, ребята, мы выиграем с вами. В любом случае. Но ящик забрать, конечно же, мы не сможем. К сожалению. Печалька, конечно же. И звезд мы с вами получим всего лишь одну. Да. Но зато победа. Зато победа. Слушайте, ну я думал, что мы как-то быстрее с вами 10 уровень, до 10 уровня дойдем. А тут, смотрите, опыт медленно и медленно идет. Поэтому, наверное, дорогие мои, мы с вами будем закругляться. И обязательно увидимся с вами в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых, ребята, видосиков.